В администрации городского округа Люберцы прошло совещание с руководителями управляющих компаний. На встрече обсудили вопросы, связанные с содержанием территорий в зимний период, а также наметили планы на предстоящий год. В городском округе Люберцы работают 75 управляющих компаний. Под их обслуживанием находится более 2000 домов. Содержание дворовых территорий в зимний период считается одной из самых ответственных задач, стоящих перед ними. От качества проводимой работы зависит безопасность передвижения транспорта и пешеходов. Во время совещания назвали управляющие компании, которые хуже всех справляются со своими обязанностями. Ими оказались «Комфорт жилсервис», «Стимул» и «Домоуправ». Я поручаю Галкову в течение ближайших суток разобраться, подключаешь сюда наших юристов, подключаешь себя, значит, посмотрите все договора, привези все в порядок. Если они начинают рассказывать, что у них техники нету, они за территорию не отвечают, но домами как-то управляют, я, значит, подключаю сюда жилинспекцию, и мы от них освобождаемся. В рейтинге самых лучших управляющих компаний оказались ЛГЖТ, Лук, Авангард и Томилинский жилищный трест. Руководители этих организаций тщательно подготовились к зиме. Современная техника и рабочий состав позволят в полном объеме справиться с любыми погодными условиями. У нас ежедневно задействовано около 500 человек, 30 единиц специальной техники, снегоуборщик, 40 единиц ручной. Определены места складирования снега и вне территории, которая обслуживает жилищный трест. По выполнению программы «Мой подъезд» Люберецкий городской жилищный трест также оказался лидером. Управляющая компания отремонтировала на 9 подъездов больше запланированного. Качественная работа, проведенная в доме по улице Кирова, удостоилась второго места в областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». В настоящее время формируется адресный перечень объектов, включенных в ремонт в 2018 году. В 2018 году государственной программой в городском округе запланирован ремонт в том же объеме – 1298 подъездов. По состоянию на сегодняшний день адресный перечень сформирован на 1191 подъезд. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо предоставить актуализированный адресный перечень подъездов до 25 декабря. Ознакомиться с уже сформированным списком можно на официальном сайте администрации городского округа в разделе ЖКХ и благоустройства. Стоит отметить, что программа носит заявительный характер. Каждый житель вправе инициировать общее собрание собственников для включения подъезда в план ремонта. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.